Нежелательная седина может в скором времени стать достоянием прошлого, утверждает группа ученых из Нидерландов, Германии и Великобритании. По сообщению Daily Mail, ученые нашли лекарство от седины и скоро смогут обратить процесс вспять. Более того, исследователи указывают, что такое же лечение может применяться к людям с витилиго до пигментации участков кожи. О сложных химических превращениях и о том, можно ли с помощью этого препарата менять цвет кожи, расскажет материал газеты Daily Mail.